В минувшие выходные прошло празднование Дня военно-морского флота. В этом году морякам впервые организовали спортивно-развлекательное мероприятие на пляже в Лемью. Принял участие и Евгений Ершов. Этот памятный и дорогой сердцу каждого моряка день на этот раз начался с короткого митинга. Митинг, посвященный празднованию Дня ВМФ, объявляю открытым. Бывшие и нынешние моряки, их друзья и родственники возложили цветы к памятнику скорбящему воину и вечному огню, отдав дань памяти всем, кто до последнего защищал нашу родину, в том числе и на морских рубежах. К слову, митинг в этом году собрал и тех, кто еще недавно носил бескозырки, и ветеранов-моряков. Я в 42-м году одел эту форму, правда, тогда она не офицерская была, а краснофлотская. И вот до сегодняшнего дня я ее не снимаю. Я обязательно одеваю на этот праздник. Этот праздник для меня святой. Далее организованными колоннами столичные моряки отправились на пляж в местечко Лемью. Там их ждала череда сюрпризов. Поющие морячки, веселая музыка и любимые макароны по-флотски. Как макарошки? Нормально. Как в армии? Не как в армии. В армии лучше. Гораздо. Таким насыщенным на события день военно-морского флота в Коми, наверное, был впервые. В прежние годы бывшие сослуживцы обычно отмечали его по принципу «кто на что гораст». Бывало, доходило и до стычек с блюстителями порядка. Но в этом году по просьбе главы Коми празднование построили иначе. Так, чтобы оно запомнилось не общением с полицией, а богатой на события программой. Организаторы действа не ждали, что праздник соберет такое количество моряков. Видимо, поэтому на эмоциях пообещали, что мероприятие обязательно будет традиционным. Традицию мы заложили, и теперь только улучшаться праздник. Что-то будет вноситься новое, но основу праздника мы заложили. Мне 54 года, я рад, да, потрясню за то, что получил такое направление, русло, не то, что там где-то там сидят по паркам, топли пускают, вот, а именно все дружно, весело, с музыкой. Ну что же, шоу и спортивные мероприятия для моряков уже начались, там у нас кидают якорь. Здесь у нас проводится шоу с Нептуном, пиратом и его командой. Там поднимают водную гирю, которая весит 20 килограмм. Ну а здесь у нас стартовал водный футбол. Пойдемте посмотрим. Водяной гирей послужила 20-литровая бутылка, наполненная водой. Конечно, не морской, а пресной, но тем не менее символично отражающей главную стихию праздника. Кто-то поднял бутыль аж 44 раза. Другие в это время метали якорь, вспоминая былые дни службы на корабле. Вскоре, как следует размявшись, моряки приступили к главному флотскому конкурсу – перетягиванию каната. Верстать всех наверх! Побороться, кто сильнее, вызвалось немало народу. Перетягивание каната, вы видите, какие тут эмоции. Буря просто, можно сказать. Но кто сильнее, мы сейчас увидим. После конкурсов и спортивных заданий изрядно подуставшие моряки пошли купаться и загорать. День прошел весело и без происшествий. Вот и подошла к концу спортивно-развлекательная программа, но не подошел к концу день военно-морского флота. Как вы уже заметили, настрой здесь только положительный, без каких-либо недопониманий. Ура!